В прошлом году в Твери отремонтировали чуть больше 35 километров дорог. Это была одна из самых масштабных ремонтных кампаний за последние годы. Но в этом году работ будет гораздо больше, а в целом за 6 лет в городе приведут в порядок более 265 километров дорог. Представители городской администрации осмотрели участки, на которых запланирован ремонт. Планируется вот в этом месте укрепление обочин с асфальтогранулятом. Да, полностью по Сахаровскому шоссе. Представители администрации Твери на месте осматривают состояние дорожного покрытия на Сахаровском шоссе. Этим летом объект полностью отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Как и в прошлом году, использоваться будет только современное дорожное покрытие. Это щелеостматичное основание и асфальтобетонные марки В1. В зависимости также от трафика, который осуществляется по данному улице. Протяженность будет увеличена, это более 61 километра. В прошлом году большинство горожан оценили, насколько комфортнее стало ездить по городу после масштабной ремонтной кампании. Тогда отремонтировали только магистральные улицы, но это значительно повысило качество передвижения. В этом году работы проведут на общей площади почти в два раза больше прошлогодней. В соответствии с поручением губернатора Игоря Рудени и запросом жителей в 2020 году будет уделено повышенное внимание ремонту тротуаров и устройству люков. Мы будем их делать более современные, плавающие, которые будут, соответственно, в нулевых отметках вместе с дорожным покрытием. Те дороги, которые у нас в адресной программе в этом году есть, и где есть существующие тротуары, они будут отремонтированы. Работы проведут во всех районах города. Посмотреть полный список можно на сайте городской администрации тверь.ру. Причем работа по национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» в этом году не заканчивается. При поддержке федерального бюджета ремонт будут проводить до 2024 года.